блин, три ночи. Владь! Ой-ой-ой-ой! Владик! Подойди сюда, пожалуйста. Помоги мне. Ну, так вот сделай руку. Я не вижу никого. Во, вот так стой. Так стой, да? Ага. Нет, нет, на две секунды. Мудок. Все. Где мяч? Вообще без рук играй. Кто тебе сказал, что руками помогает? Артем, что за дела? Знаешь, как жестоко? Он, короче, через себя выбивал и... Ребят, вы мешаете обзору. Да! Ребят, блядь, короче, попадайте в защиту. Ай, неудобно. Тима, блядь, полегче, он еще ребенок! Ребенка просто всю психику разрушили, блядь. Блядь, ребенок глубоёб, он не понимаешь, что не нехуй на поле бегать, когда играет в футбол. Потому что, блядь, ребенка можно купить. Давайте вперед, что ты встали? Арсений где стоял? А Ваня что делал? Он не бегает, хуй его, он встанет. Ударов-то, кстати, нет вообще. Вообще нет, надо бить побольше. Хуй он, не лупит, блядь, убивает. Ой-ой-ой-ой. Помягче, ребят, что за прием вообще? Влад. Я есть хочу. Надо. Не насрать на самом деле. Ты охренел? Я, ты где играешь? А что не бежите, я не знаю, кого давать. Да,
А когда у вас заканчивается первый тайм? Они где-то минут 35 отыграли. Ну, через 7, наверное. Нормально.